Пиздец, ты разошелся, нахуй. Ну как Games, нахуй, блять, это делали Ubisoft напополам с Rockstars, блять. Я тебе клянусь, нахуй. Я когда играл в мафию, блять, я реально чувствовал Ubisoft, блять. Реально чувствовал жирно Assassin's ебаный Creed, блять. Просто, блять, как будто нахуй реально, блять, пиздец, блять. Подменили, блять, разработчиков. Они что, купили 2K Games, может где-то я что-то проебал, блядь, и там компании уже куплены, и Ubisoft, чтобы, блядь, потому что люди уже начали блевать, когда написано рядом с игрой Ubisoft и значок этот ебаный, блядь. И они перестали реагировать, типа, теперь они под этот, блядь, под 2K Games косят, блядь, типа, блядь, ребята, это не мы, нет, это, блядь, это другой вообще, блядь, вы что, это разрабы совершенно другие, нахуй, блядь. Блядь, пиздец, блядь.